Дорожники, аварийные бригады энергетиков восстанавливают сообщение и свет в Ольгинском муниципальном округе. Губернатор Олег Кожемяка лично на месте руководит ликвидацией последствий снежного циклона. В данный момент остаются два непробитых направления. Высота снежного покрова местами выше 2 метров. Привлечены дополнительные силы. Кроме того, принято решение закупить тяжелую дорожную технику для усиления филиалов «Примавтодора» на севере края. Для краевых спасателей закупят партию снегоходов и квадрокоптеров и 3 снегоболотохода. По расчистке дорог мы можем констатировать, что у нас 2 направления сейчас непробитых, где целина снежная, значит, и туда мы сейчас будем концентрировать, направлять силы и средства. Это от поворота на Молдовановку до поворота, до, значит, перекрестка Маргаритова, Моряк, Рыболов. Вот этот вот участок, вот, это снежная целина. И направление на Михайловку, это тоже снежная целина. Все остальное, как минимум, значит, расчищены дороги в одну колею, есть проезд, и мы сейчас все силы кидаем сюда, в эту точку. В эту точку уже подошел бульдозер с травом, и он начал работы пробиваться к моряку Рыболову. В эту точку мы направляем сейчас 40-тонный бульдозер и направляем второй, чуть поменьше, бульдозер, также на тране. Они будут в 2 ножа бить вот это все направление. И, значит, еще несколько единиц техники частников, значит, будут пробиваться здесь же до Фурманова. На Серафимовку сейчас подвозим бульдозер, он чистит Серафимовку. Здесь бульдозер пробивается у нас на Тимофеевку. Мы приняли решение, Алексей Николаевич, увеличение здесь приобретения техники по Ольгинскому, по Лазовскому.